Жалуемся правильно. Потребителям разъяснили, что теперь нужно делать, если их права нарушены. Если раньше человек, купивший в магазине некачественный товар или недовольный оказанной услугой, мог обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, то с нового года он обязан сначала написать претензию нарушителю его прав, например, руководству магазина. Такие правила должны исключить необоснованные жалобы покупателей, защитить предпринимателей от внеплановых проверок по анонимным жалобам и сэкономить время представителей контролирующих ведомств. Только в Роспотребнадзоре в прошлом году почти 600 обращений послужили поводом для внеплановых проверок. Обоснованными претензии оказались только в 70% случаев. В том случае, что если обращение затрагивает исключительно имущественные споры, связанные с неудовлетворением хозяйствующим субъектом требований потребителя вследствие оказания услуги ненадлежащего качества или продажи товара ненадлежащего качества, априори правовых оснований для проверки у Роспотребнадзора нет.